Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло ОП. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор гидролата корицы 50 мл. Корица – это вечно зеленое дерево, относится к семейству лавровых. Корица является востребованным косметическим компонентом из-за наличия в своем составе множества витаминов, антиоксидантов и дубильных веществ, которые восстанавливают здоровье кожи и волос. Спектр действия гидролата корицы таково: улучшает клеточную регенерацию, убирает воспаление, акне и другие кожные недуги, бережно очищает, ухаживает за чувствительной сухой кожей, уменьшает восприимчивость кожи к солнцу, защищает от прямых солнечных лучей, повышает капиллярный тонус, улучшает кровообращение, уменьшает влияние свободных радикалов, улучшает упругость кожи и обладает омолаживающим действием. Легкий лифтинг эффект. Эффективен при тусклом, землистом оттенке кожи, передает ей здоровое сияние и бодрость. Помогает в восстановлении ломких и тусклых волос, ускоряет их рост. Показания к применению таковы: средства для проблемной, жирной, комбинированной, чувствительной и сухой кожи, для средств с антивозрастным действием, для увядающей дряблой кожи, для тусклого и землистого цвета лица, для кожи с низким тонусом и плохой клеточной регенерацией. Вот такой удобной бутылочке мы отправляем гидролат корицы нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!